Добрый вечер, я приветствую вас в студии телевидения Dotcom TV в передаче «Точка зрения». В последнее время в свете объявленных Россией экономических санкций за местный бизнес переживают абсолютно все, начиная от депутатов парламента и заканчивая бабушками на базаре. Все только об этом и говорят. И мы тоже решили не оставаться в стороне и посвятить очередной выпуск нашей передачи обсуждению бизнеса в Даугавпилсе, а также рисков и перспектив, связанных с ним. Гости нашей студии сегодня – это Наталья Петрова, председатель правления Даугавпилсского локомотиво-ремонтного завода и депутат Думы. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Родионов, вице-мэр городской думы. Здравствуйте. Добрый вечер. И Владимир Надеждин, руководитель отдела развития бизнеса в нашей думе. Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, первый вопрос будет таким. Наверняка вы, как вице-мэр, вот именно надзирающий местный бизнес, у вас, может быть, есть уже какие-то данные о том, какие предприятия, как сильно пострадали от введения санкций со стороны России? Ну, знаете, хочется сразу сказать, что депутаты парламента по-разному переживают воздействие вот данных санкций. Что касается города Даугавпилса, мы еще в начале мая и в конце апреля решили сделать исследование, когда начались вот эти вот отголоски, когда нам уже было понятно, что эти санкции, наверное, скорее всего, будут введены. Да? Мы решили провести исследование, нам было очень интересно, как действительно повлияет ситуация на Востоке, да, на наш местный рынок, на наш местный бизнес. Мы провели исследование и поняли, что достаточно мы можем получить такой, несомненно, большой удар, да, в экономике нашего города, если эти санкции будут введены. Но хочу подчеркнуть, что сразу, конечно, мы это не почувствуем, да, это вопрос времени. Но, несомненно, если будет продолжаться ситуация так, как она сейчас продолжается, ничего хорошего ждать не приходится. А на сегодняшний день вот сферы, которые пострадали, все-таки можно назвать уже, кто это? Сферы, которые пострадали, в принципе, это мясопереработчики, да, это наш Даугавпилский мясокомбинат, который может, я бы так сказал, может пострадать, да, потому что практически 50% своей продукции они экспортируют именно в Россию, да, но и ряд других. Но это и также еще производители молока и молочных изделий, которые тоже могут пострадать. Есть ряд фирм, которые экспортируют свою продукцию порядка 80% на российский рынок. Поэтому, несомненно, они могут пострадать. Да? Но хочу подчеркнуть, что это не будет так быстро, но это, несомненно, будет негативно сказываться на их бизнесе. Ну, пока, я так понимаю, нет информации, например, там, из Госагентства занятости о том, что вот пошли бы какие-то массовые сокращения, об этом пока ничего не слышно. Да, поэтому я и говорю, что эта тенденция достаточно длинная. Пока такой информации нет. Мы надеемся, что этого и не произойдет. Но тут мы должны четко понимать, что без помощи государства нам тут не обойтись. Полностью возложить на плечи самоуправления, решать эти вопросы, это неправильно и безответственно. Угу. Наталья, вы руководите одним из крупнейших предприятий в городе. Вот на сегодняшний день насколько локомотиво-ремонтный завод зависит от России? Какой процент ваших заказов уходит на эту страну? В 2013 году наш процент с Россией составлял в обороте 67%. За полгода этого года, скажем, это более 50%. Здесь не надо искать никакой подоплеки, нету никакого падения, просто исторически сложилось, что обычно объем российского заказа мы выполняем во второй половине 2000 любого года. Ну, хотелось бы сказать, что ну, всегда наши отношения с российской стороной, с любым российским заказчиком строились на базе прагматизма и взаимовыгодного сотрудничества. Да. Сегодня холодный ум есть как у нас, так и у той стороны. Как я уже говорила, то есть на сегодня каких-либо, ну, скажем, тревожных отголосков, что с нами не будут работать или не хотят работать, у нас нету. Да, если, конечно, будет конфликт по спирали развиваться дальше, возможно, все что угодно, но ни сегодня, ни я, не думаю, что все здесь присутствующие не могут ничего говорить. И, скажем, да, рассчитываю, считаю, что наши сферы это не коснется. Дмитрий, вы были до, скажем, вашей карьеры в политике очень связаны с железной дорогой. Наверняка вы в курсе, какие настроения сейчас преобладают там. Что люди говорят, чего ждут? Честно говоря, настроения выжидательные, потому что покамест это никак не коснулось железной дороги.
Пока мест это никак не коснулось. Но если будут введены санкции со стороны Евросоюза в адрес России, следующие санкции, да, но несомненно, нет сомнений, что Российская Федерация может в ответ ввести уже третий пакет санкций. И эти санкции реально уже могут коснуться железнодорожников. Да, то есть грузы, объем грузов упадет, не будет работы. Как мы все знаем, каждый десятый Даугавпилс – это железнодорожник. То есть это реальная угроза. Но я надеюсь просто, что до этого не дойдет, потому что железнодорожники России и железнодорожники Латвии – это самые прагматичные люди, в отличие, может быть, даже от политиков. Дай бог, чтобы так и было. Владимир, вот у меня к вам такой вопрос. Высшие чины нашего государства очень часто прям как мантру повторяют о том, что нужно переориентировать рынки, нужно как-то свое производство модернизировать, нужно смотреть другие направления. Вот в частности, когда я слышу это, я все время вспоминаю многочисленные визиты различных дипломатов в наш город. Вот эти визиты, они дали какую-то вот реальную пользу в том плане, что кто-то вот переориентировал рынки сбыта в нашем городе, там начал сотрудничество с одной из иностранных стран? Наверное, определенная польза есть, но как уже вот здесь говорилось, что проходит достаточно большое количество времени с того момента, когда появляется здесь, например, посол, торговый атташе, до того момента, когда реальный бизнес входит в Даугавпилс. Ну вот хотелось бы только один пример. Значит, два визита посла Финляндии. После этого очень большой визит, 12 фирм финских у нас было. Очень большую программу мы им делали, да, они фактически 3 дня были в городе Даугавпилс. Визиты Финпро, это ассоциация торговли Финляндия-Латвия. Ну вот прошло 2 года, и в течение этих 2 года мы всегда шутили, что единственный у нас большой инвестиционный проект – это Хесбургер. Но вот в этом году приезжает реальный инвестор, связанный с огромным концертом «Старк», да, и который желает вот в Даугавпилсе, дай бог это и случится в реальности, открыть довольно серьезное производство по металлообработке. Ну, на первых порах 65 новых рабочих мест. Пока выбирает место, мы с ним активно сотрудничаем. В перспективе до 100 рабочих мест. То есть я так понимаю, что если посол приехал один раз, и вот как всегда их спрашивают, цель вашего визита, они, я осмотреться, ознакомиться хочу. То есть если он второй раз не приезжает, то в принципе уже... То, наверное, интереса к Даугавпилсу нет. Но если он приезжает повторно, потом приезжают бизнесмены, соответственно, и иногда получается хороший результат. Но мне хотелось бы тут дополнить. Есть определенное правило, да, когда приезжает в первую очередь сначала посол, естественно, о никаких конкретных действиях и не может идти речь, потому что посол должен ознакомиться в первую очередь со стабильной политической ситуацией в городе Даугавпилс, потому что это немаловажно. Второе, например, потом приезжает после посла бизнесмена. Если он убедился, что в городе все окей, все нормально, есть инфраструктура, есть большие возможности, тогда уже приезжает бизнесмен. Вот еще ряд других примеров. После визита посла Польши в город Даугавпилс мы сделали бизнес-форум. В принципе, и как раз посольство было одним из спонсоров. То есть нам удалось сэкономить бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, и использовать те деньги, которые выделили нам посольство Польши. И мы получили очень хороший результат. Но про бизнес-форум, я думаю, что это отдельная, наверное, история. Ну вот давайте поговорим, раз уж вы эту тему затронули. Да, и продолжу свою мысль. Например, недавно приезжал еще посол Китая. Да? Он тоже был приятно удивлен всеми теми возможностями, которые присутствуют в городе Даугавпилс. Именно географические вот, возможности города Даугавпилса. И, несомненно, мы будем работать над тем, чтобы после его визита к нам приехали реальные бизнесмены с Китая. Тем более, что у нас есть дружеские отношения с городом Харбином. Об этом мы с послом говорили, мы будем дальше развивать эту тему, чтобы наши бизнесмены уже могли встречаться с бизнесменами, не с послами, не политическими фигурами, а с бизнесом, бизнес-элитой Китая. Ну, вот теперь буду знать. Будем ждать этот показательный момент. Если уже бизнесмены приедут, значит, действительно о чем-то уже основательном говорят. Затронули тему бизнес-форумов. Давайте, правда, тогда ее и обсудим. Вот такое это событие, оно так неоднозначно оценивается горожанами, потому что все понимают, что это стоит определенных денег из городского бюджета. Хотелось бы понять вот соразмерность этих трат и получаемой какой-то прибыли, осязаемой, неосязаемой, какая она вообще бывает. Давайте, наверное, я отвечу. Должна быть определенная традиция бизнес-форума.
бизнес-форумов и последовательность. Этот бизнес-форум, который у нас был в этом году, это не был первый бизнес-форум. До этого были другие бизнес-форумы. И, несомненно, эту традицию необходимо просто продолжать. Но в этот раз бизнес-форум получился достаточно на более высоком уровне, очень хорошем высоком уровне. И нам, как я уже говорил, удалось сэкономить деньги. И посольство Польши нам помогло, и не только. Также еще помогло агентство инвестиций ЛИЭ финансово. И еще Латгальский регион планирования помог. То бишь, если конкретно говорить о цифрах, то это около 24 тысяч евро нам пришлось потратить на организацию этого бизнес-форума. На те бизнес-форумы, которые были до этого, там, несомненно, практически в два раза были деньги потрачены больше. Да? То бишь, мы смогли сэкономить эти деньги сделать на результат? Хорошем уровне. Результат у нас следующий. У нас уже есть 4 подписанных договора между польскими предпринимателями и предпринимателями Даугавпилса. И недавно вот стало известно, что нашу площадку очень хорошо использовали Латвийская Федерация автоперевозчиков. Да. Они заключили договор о сотрудничестве с нашими перевозчиками. Что это значит? Это значит, что наши перевозчики будут очень оперативно иметь информацию о всех тех изменениях в законодательстве Польской Федерации, Польши, да, и им будет проще намного работать на этом рынке. Но это только начало. Я думаю, что сразу мы не можем получить полностью, увидеть всю эту картину, но традиции должны продолжаться. Наталья, участвовали ли вы в одном из бизнес-форумов? Как оцениваете организацию этого мероприятия? Действительно, результаты от них? Да, лично я не участвовала, участвовали мои коллеги в последнем бизнес-форуме, а в предыдущих бизнес-форумах предприятие даже выставлялось, имело стенд свой. Это шанс познакомиться с новыми, ну, будущими, может быть, клиентами, найти себе партнера, в принципе, заявить о себе, и поэтому их точно надо проводить. Да, вопрос затрат, надо точно искать всегда соратников по бюджету, и в этом смысле. В данном случае Дума очень активно действовала, и мы видим результат. 24 тысячи евро – это уже не та цифра, которая была в прошлые годы. Да, он был на высоком уровне, я тоже это согласна с оценкой господина Родионова. И проводить их надо, еще раз говорю. Это основная, скажем, или один из механизмов поддержки Думы местному предпринимательству. Надо четко понимать, что Дума напрямую не может как-то присваивать деньги любому частному бизнесу. Да? Порой бытует такое мнение, что Дума должна как-то способствовать финансовому развитию частного бизнеса. Но на самом деле это преступление, если мы будем выделять напрямую деньги частному бизнесу. А вот способствовать развитию частного бизнеса, способствовать развитию бизнес-среды в городе Даугавпилс – это наша прямая обязанность. И на этом бизнес-форуме была достаточно хорошо обкатана одна идея – это биржа контактов. Мы поставили круглые столы, разделили их по тематике, и люди уже без нашего посредничества, то бишь та сторона с Польши и наша сторона, могли сесть за стол переговоров и начать этот диалог. Вот это было, несомненно, большим плюсом, потому что мы видели, как, грубо говоря, жужжал весь зал, потому что это было действительно востребовано. Я думаю, что на следующих бизнес-форумах мы будем еще более углубляться в какие-то инновации. Ну, помимо вот этого форума, вот, Наталья, у вас должно быть интересный такой взгляд своеобразный в том плане, что вы вот представитель частного бизнеса, но в то же время вот в этом созыве Думы работаете как депутат. Увидели ли вы какие-то, может быть, новые, незадействованные, реальные инструменты, как самоуправление действительно могло бы помогать частному бизнесу? Или это все-таки вот, ну, бизнес-форум – это все, что можно сделать, в принципе? Ну, вот я, наверное, не сказала вначале, что в этом бизнес-форуме по, скажем, семейным обстоятельствам я не участвовала, поэтому сама лично оценить, как была процедура, не могу. То есть я могу оценивать только высказывания коллег и причастных лиц к этому. Еще раз подтвержу, бизнес-форум точно нужен, а на нем должны распространяться грамотно составленные каталоги, рекламные материалы, которые в этот раз и в прошлых годах Дума выпускала за свой счет. И это, если выпускать отдельному предприятию, местному производителю, это, ну, вещь такая достаточно дорогостоящая. А здесь собраны все предприятия, они хорошо, качественно, правильно освещены, должны быть. Ну, есть у меня претензии к каталогу этого года, были там ошибки, я надеюсь, в следующем году мы их сможем
избежать. Да, 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 поэтому как инструмент, конечно, наверное, совершенству нет предела. То есть Дума должна прежде всего играть репрезентационную функцию. То есть она должна представлять своих бизнесменов, своих предпринимателей, своих жителей, да, бизнес-форумы для гостей в, там, в Риге, в министерствах, для соблюдения их интересов в других отраслях. Это прежде всего ее первая функция, которую она должна выполнять постоянно. Если уже говорить еще о одних более конкретных делах, то у нас есть такая программа «Импульс». Владимир, думаю, что более подробно расскажет, но эту программу мы в этом году первый раз делаем. Эта идея не нова, потому что Рижская дума такими программами уже давно занимается, поэтому у нас есть хороший, яркий пример действительно той программы, которая способствует развитию малого предпринимательства. Владимир, ну тогда вот расскажите поподробнее. Это как раз тот пример, что Дмитрий говорил, это преступление давать деньги предприятиям напрямую, но все-таки есть нюансы, по которому можно это делать. Расскажите, как это происходит. Да. Практически программа «Импульс» отличается от всех программ государственных, что мы даем гранты, то есть это сумма денег, которые возвращать не надо, в отличие, например, от программы «Алтум» государственной, которые выдают кредиты, то есть человек должен эти деньги отработать и вернуть обратно еще с достаточно большими процентами. Сумма пока, конечно, сколько мы могли выделить, это 40 тысяч евро от городской думы. Мы работали совместно со Светбанком, еще 10 тысяч евро от Светбанка, то есть общий грантовый фонд 50 тысяч евро. Максимальный грант получить можно в размере 7 тысяч евро. Значит, несколько было тоже, так сказать, на душе, может быть, не очень приятно, что за 2 дня практически мы имели 4 предложение, но, как всегда, наши начинающие бизнесмены все делают в последний день. Да, и, значит, в последний день мы имели, в данный момент, мы в пятницу закрылся срок подачи заявок, мы имеем 20 предложений. Предложения очень-очень разные. Очень много чисто научных. Это, например, программно-аппаратные комплексы по кабельному телевидению. Очень много создания интернет-магазинов, создание, значит, более такие, может быть, приближенные к нашей жизни, например, строительство первого хостела для молодежи, то есть гостиница молодежная, дешевая. Значит, это различные, например, огненное и световое шоу, которые... То есть очень-очень много, и сейчас у комиссии будет достаточно большая работа, что в течение до 5 октября внимательно рассмотреть и выбрать наиболее серьезные проекты, которые можно поддержать. Пока мы проверили административные критерии, все у нас в порядке, значит, все фирмы зарегистрированы в Даугавпилсе, реально бизнес ведут в Даугавпилсе, все физические лица тоже декларировали свое рабочее место в Даугавпилсе. Ну, вообще, вот, глядя на эти предложения, ну, это здорово, что они разные, там, с разных сфер, но, в принципе, у вас, вот, ознакомившись с ними, появилось ощущение, что это реально, ну, понятно, что из них там не вырастет завод-гигант на 1000 рабочих мест, но хотя бы, вот, реально этот бизнес будет работать в Даугавпилсе? Реально, ну, примерно 50% из этих заявок – это бизнес, который уже работает, и необходимо просто его дальше развивать. И, конечно, есть просто такие виды бизнеса, как вот те же информационные технологии, не требующие больших капиталовложений. Люди работают дома, да, оборудование стоит там, ну, в районе 10, может быть, тысяч евро, да, для того, чтобы можно было развивать свой бизнес. Они работают, и они, конечно, будут продолжать работать. Есть вторая половина, но мы надеемся, что если деньги будут выделены, то они тоже начнут свой серьезный бизнес. Но, Дмитрий, у вас вот уже появилась уверенность в том, что в следующем году «Импульс» будет тоже наверняка? Я думаю, что эта уверенность появилась. Отматывая чуть назад, знаете, было достаточно сложно согласовать выделение этих денег на, вот, на такие подобного рода грантовые программы. Мы получали разрешение от Министерства регионального развития, даже, чтобы мы могли эти деньги присваивать. Да? Но однозначно люди достаточно инициативные в городе Даугавпилсе живут, мы это уже видим. И 20 предложений – это
для начала это очень хорошо. Но хочу подчеркнуть, что сумма на самом деле не такая большая. В зависимости, конечно, от нашего бюджета, который мы будем составлять на 2015 год, мы будем ориентироваться и по возможности, возможно, будет тот фонд больше, да, чтобы не 7 тысяч евро можно было выделять на какие-то свои идеи, а может быть больше, потому что ну, чем больше, тем серьезнее и интереснее предложение от бизнеса. Наталья, вот с вашей точки зрения, вы как представитель такого серьезного бизнеса, вы вот эту программу вот «Импульс», вы как воспринимаете, что все это ну, хорошо, но не очень важно и нужно, или все-таки хорошая инициатива, на ваш взгляд? Ну, вообще я придерживаюсь принципа малых чисел, да, то есть 1+1 уже 2, поэтому, то есть надо начинать с мелочей, да, для завода это, конечно, ну, скажем, не очень значимая цифра, да, то есть, и, наверное, не способствовала бы развитию завода, но для многих людей инициативных это есть шанс. Я думаю, что вот как депутат, или вот поддержу Диму, что после реализации этого проекта мы сделаем, наверное, как депутат или с департаментом развития, детальный анализ этого проекта. Возможно, здесь надо пересмотреть не только общую сумму гранта, ну, бюджета, но и сумму одного гранта. Да? Может быть, здесь должно быть не 7, и, соответственно, 7 претендентов, а должно быть 15. Да, мы уменьшим количество, но 15 тысяч человек, ну, вот какой-нибудь предприниматель сможет получить. И это от этого мы добьемся большего эффекта. Да, вот сегодня мы должны дождаться предложений, должны получить какой-то анализ, должны посмотреть, где мы все-таки могли ошибиться. Думаю, что не без этого. То есть первый раз мы, думаю, да, и для нас это школа. И посмотреть, в принципе, что мы из этого получим. Да? То есть, в принципе, думаю, что надо продолжить, потом сделать, проследить судьбу этого проекта в дальнейшем. Повлияло ли это на появление новых рабочих мест, на улучшение среды предпринимательской деятельности в городе, да, и после этого делать какие-то выводы. Точно надо давать вопрос в той или иной редакции. Ну, время покажет. Я думаю, что в следующем году вы увидите, какое будет решение Думы. На самом деле, самая главная была задача – это увеличить рабочие места в городе Даугавпилс. И в Ноликумсе было прописано, что те бизнес-идеи, которые подразумевают увеличение рабочих мест, те бизнес-идеи будут в наибольшей степени поддержаны. Наша идея как раз это рабочие места, увеличение рабочих мест, того, чего не хватает в городе Даугавпилс. Наталья, говоря об борьбе за существующие рабочие места, вот нередко приходится сталкиваться с тем, что вот в Риге, когда говоришь, что ты из Латгалии, к тебе такое отношение как-то так смотрят немножко свысока. Вот Латгалия, она всегда такая, как падчерица у всей остальной Латвии. Вот вы как представитель латгальского регионального бизнеса, вот вы какое отношение властей, я имею в виду государственных, к себе чувствуете? Это тоже такое слегка такое уничижительное? Или вы разговариваете наравне с ними, так же, как и предприниматели из других регионов? Как вообще происходит ли этот диалог? Приводит ли он к чему-то? Ну, наверное, у меня немножко другая ситуация. Я все-таки представитель крупного бизнеса и крупный работодатель, да, поэтому я точно с властями говорю на равных, с тем же предпринимателем с Риги или с Венспилса. Как мы будем сами к себе относиться, так будут к нам относиться и другие люди. Да, к сожалению, привилегий у нас нету. И вот неоднократно подчеркивала я и в отношении еврофондов, к тому, что и мы 35%, и, допустим, Рижский порт 35%. Но это даже не вопрос, скажем, нахождения, а вопрос, наверное, нахождения рынка, в каком рынке мы находимся. Он монопольный, мы в конкурентном рынке. Поэтому, прежде всего, мы должны сами себя любить и относиться к себе хорошо, не как к падчерице или как, ну, не знаю, какому-то депрессивному району, да, то есть мы, говорим, мы живем в цветущей Латгалии и делать все, что для того, чтобы она была цветущей Латгалией. Прежде всего, сами любить свой город, любить свою страну, и только после этого нас полюбят. Замечательная мысль. У меня такой вопрос, завершая нашу сегодняшнюю дискуссию, ко всем гостям, уже не как к работникам Думы, не как к руководителям крупных заводов. В свете вот этих последних санкций объявленных, я так понимаю, что все-таки действительно даугавпилские предприятия ну, не так сильно страдают. То есть там есть буквально 2 мясоперерабатывающих, которые ну, действительно пострадают от этих санкций наверняка. Молочники там не так сильно, там, может быть, другие тоже предприятия пока в такой выжидательной замершей позиции.
позиции. Вы просто как горожане, после того, как Россия объявила вот об этих санкциях, изменили ли вы как-то свой подход к тому, как вот выходите на рынок, что вы покупаете, какой, может быть, призыв вы могли бы сейчас озвучить к нашим телезрителям, чтобы действительно, ну, они посмотрели, что даже вот, ну, первые лица города действительно озабочены тем, что вот нужно поддержать местного производителя. Есть ли что-то такое вот в ваших семьях? Вы знаете, я за последнее время увидел на нашем рынке достаточно много новых товаров, в том числе и молоко, и йогурты, те йогурты, которые я не видел. То бишь, я так понимаю, эта вся продукция, она шла за рубеж. И мое пожелание и возможности, я бы хотел бы покупать только продукцию, которая произведена именно в городе Даугавпилс. Тем самым я в первую очередь поддержу нашего местного производителя. Я считаю, что качество нашей продукции, несомненно, лучше, чем качество продукции, которая производится в других странах. Мы можем вполне своей продукции конкурировать на любых рынках Европы, но это вопрос времени. Так просто перестроиться, найти рынок сбыта, это достаточно очень тяжело и требует времени. Все правительство говорит нам, что ищите рынки сбыта, но это требует времени и затрат. И вот за этот период времени важно, чтобы как раз государство повернулось к производителям лицом, чтобы за это время государство смогло помогать какими-то дотациями, пока они не найдут эти новые рынки сбыта. Наталья, вот чисто на бытовом таком уровне вы солидарны с Дмитрием? Можете тоже сказать, что покупаете местную продукцию? Ну, я вообще там фанатка местного молочного производства и местных шоколадных конфет. То есть я считаю, что они самые вкусные. Как мама, если в магазине есть молоко латвийское, я обязательно покуплю латвийское молоко. Да, к сожалению, сегодня мы видим, что в магазинах у нас засилие, скажем, литовского молока, и у простого покупателя просто нет выбора. Но если у меня есть выбор, я покупаю всегда латвийское, даже несмотря на в некоторых случаях дороговизну. Ну, там сложно сказать дороговизну, дороже, чем литовское, скажем, молоко. И призываю всех покупать и есть латвийские товары. Не, ну правда, это действительно важно в свете последних событий. Это кажется так невинно, но действительно, я думаю, что местные переработчики, производители, они почувствуют эту поддержку, если все жители осознают вот эту вот важность этого момента и будут поддерживать действительно местных. Так что обращаюсь к телезрителям. Действительно, пока мы ждем, что наши госмужи действительно осознают серьезность ситуации и будут бороться за то, чтобы местные производители получали компенсации, отстаивать их интересы на геополитическом уровне. Все, что мы можем сделать, как простые жители этого города, это, ну, элементарно обращать внимание на то, продукты, чьего производства мы покупаем в магазине. Поэтому будьте бдительны, кушайте экологические продукты и будем надеяться на улучшение ситуации. Спасибо вам за внимание. До свидания.